Так, на сегодня есть еще одна посылка, на этот раз с Китая, с AliExpress. Сама посылка маленькая-маленькая, но ничего не повреждено, все цело, по крайней мере, так внешне смотрится. Вскроем, посмотрим, что здесь есть. Опа. Да, я знаю, что здесь есть. Здесь вот такая вот штучка. Так, пусто. Вот такая вот забавная штукенция здесь. Так, вскрыть бы ее аккуратно. О, приклеилась. Ну, даже защитная пленка имеется. Кстати, на фотографиях у продавца она выглядела даже гораздо хуже, чем в реальной жизни. Что это такое? Это такая вот зарядка на всякий случай, на всякий пожарный случай, скажем так. Сюда вставляются две батарейки пальчиковые, 2А. Здесь есть выход для зарядки устройств, таких как телефон, планшет. Естественно, что зарядка полностью ни телефон, ни планшет не зарядит, но даст сколько-то процентов заряда, которых должно хватить в экстремальном случае. По крайней мере, в этом заключается суть данной зарядки. Кроме этого, она очень маленькая, компактная, может служить как своеобразным таким хранилищем для батареек. Опять же повторюсь, две батарейки 2А, пальчиковые. А, и кроме этого, здесь есть фонарик. Ну, точнее, светодиод. Да, это трудно назвать полноценным фонариком, но такой вот светодиод присутствует. И здесь переключатель между режимами. Так, проверим. Как она открывается-то? А вот как она открывается. Ну, пластик не шибко толстый, если честно. Ну, так. Вроде бы аккуратно довольно-таки сделано. А вот даже характеристики есть, если кого интересует. Ну, естественно, надпись Made in China. Проверим. Так, берем две батарейки формата 2А. Они же пальчиковые. Так, как они тут вставляются? Минус. Ой. Да, конечно, крепятся они не очень аккуратно. Ну ладно. Надеюсь, работает. Плюс, 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 плюс. А, вот. Вот так вот. Ну, конечно, батарейки гуляют по корпусу. Гуляют. Вот уже заработал фонарик. Да? Сразу проверим, как он ярко светит. Выключу свет лишний. Опа. Опа. Вот так он светит. Ну, это, конечно, ну, на всякий случай подойдет, конечно. Ну, а так, ни о чем, конечно, подсветка такая. Ни о чем. Еще так интересно, свет распределяется. Ну, ладно. Короче, он даже не сможет заменить обычной маленькой свечки, да? Загорелся индикатор. А это значит, что вот в таком положении, USB, да, он может заряжать мобильные устройства. Кстати, сразу скажу, сразу обращу внимание, что в комплекте переходника не идет, то есть его надо или отдельно заказывать, или брать с уже имеющихся устройств, да? Ай, конечно, не без косяков. USB порт немножко стоит косовато.
Целый хотя бы. Ну, целый. Ну, вот такое вот устройство. Будем смотреть, проверять. Ну, а точнее, я просто его брошу себе в сумку. Будет ждать своего, так сказать, своего звездного часа, когда он пригодится. Если он вообще пригодится. Ладно. Ссылку на товар размещу под описанием. Стоил он где-то 2 с чем-то доллара. Но за 2 доллара вполне интересная вещица. Вполне можно купить. Если надо, естественно. Если есть в этом какая-то необходимость. Сделан, ну, более-менее для Китая. Для Китая нормально сделан, короче. Вещь не фирменная. За 2 доллара купить вполне можно. Спасибо за внимание. До свидания.